Полоцке 22 июня на площади Франциска Скорины состоится акция «У нас одно небо над головой». Она приурочена к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На мероприятии пройдет мастер-класс по рисованию, заработает мини-студия патриотического характера. Всех ждут к 15 часам. Работники «Нафтана» и «Полимера» отправятся в однодневный автопробег по памятным местам. Запланированы 3 остановки у мемориалов в Ветрино, в Докшинском районе и в Глубоком с митингами и возложением цветов. Стартует колонна 23 июня в 8 утра. Госавтоинспекторы Новополоцкой, бойцы молодежного отряда охраны правопорядка провели совместное профилактическое мероприятие на улицах города. Они напомнили велосипедистам и автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения. Для закрепления раздали памятки. 30 июня в Новополоцке пройдет электронная ярмарка вакансий. Общение соискателей с нанимателями пройдет на сайте evacancy.by с 10 до 12 часов. Во время ярмарки можно будет задать интересующие вопросы по вакансиям, записаться на собеседование.